Сегодня 22 октября. Вот привезли доски, слава богу. Мы принялись за работу. Вот хотим к концу вечера закончить с этим прудом. Вот Володя занимается главной работой. Обсмаливает доски. И нужно их как можно сильнее приколотить, чтобы они все стояли. Вот так вот происходит тут все. Вот я комментирую происходящий процесс. Вот сколько у нас отработки в запасе, уже израсходовали половину. Вот. Какое число? 22 октября, Володя, первый вот. Первый раз доски нам дали, когда были мы, 1 октября, сегодня 22, ровно 3 недели не могли. Лес гонят пустой. Мы были сегодня там, мелочь, вырезать нечего. А можно вам, говорит, по 10 сантиметров? Я говорю, так а что они, это бруски уже будут? Ну, да. Мы заказывали по 20, их нет таких. Согласились на 15. У них нету, леса нету, не дают ему, и все. Что-то... Хозяин, у него овечки, говорит, только что отравили 40 овечек. Вот красный крысам дают, и им подсыпали там, и все. Все, готово. Так, ну хорошо. Давай перекинем тебя сюда. Так, вот Надежда Васильевна пришла навестить нас. Идет не с пустыми руками. Вот, кроме того, уплотняем берег, чтобы его не размывала вода. Тут кирпичи, и вот тут тоже я занят этим. Вот кирпичи, они укладываются вдоль берега вот этого, чтобы вода не размывала. И трамбуются, 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 вот они все. Все, дальше не надо. Не надо. Надо сразу на ребро их ставить. Да? Вот так вот. Я маленечко поработала и так сеть захотела. 20 минут пятого. Его не выдумывает, слышишь? Мы идем домой. Прогулялась, это неплохо. Забудь про это, никто не будет пить. Не до этого. Ну как же она попить, а? Надежда Васильевна добро хотела сделать. Но мы слишком заняты сейчас, очень просто. Не в моготу. Ой, ой, какая работа. Титанический труд. Ой. 320 человек, а они втроем. Вот так вот. Нет, я не хочу, спаси Христос. Вот я и ты не захотел. Сейчас. От меня все зависит, садится уже все. Сейчас пить нельзя, вода остужает кровь и уже труднее работать. Это теплый компот, я его подогрела. А любой даже так. Вот как это все тяжело тут. Господи, помоги. Вот такие дела. Все, слава Христу.